Привет, дорогие зрители. Меня зовут Коман, с возвращением в Saints Row 3, и мы продолжаем. Так, ну чё, next квесты. Да. Чё у нас там? О, денежки накапали, это первым делом. Давай апокалиптичные джинки. Блин, давай. Нет, джинки это говно не надо. Там это вот эти всякие специальные какие это говно. Ну да, давай сюжетку. Поехали. Олеги. Чем я могу помочь? Интересно, что ты думаешь по поводу Виолы де Винтер? Я что считаю ее бесполезной шлюхой. Но с профессиональной точки зрения, она источник ценной информации, вопрос в том, насколько надежный. Это действительно вопрос. Ох, как вовремя. Не клади трубку, Олег. Если не возражаешь, я хотел бы встретиться. Ага, уже бегу, блин. Я помогла вам прищемить хвост Моргенштерна, разве это не доказательство моей честности? На всякую сволочь видно сразу. Мне надоело драться со святыми. Давайте встретимся, и ты убедишься. Поехали, Олег, пора получить ответ на вопросы. Ок. Зачем я размышлялся? А я не знал, что ты покровительствуешь искусством, Виола. У нас никогда особо не было возможности поболтать. Ты же был научным экспериментом. Я бы не стал следить твоего амбала. Слушайте, я тут не для того, чтобы драться. Мы должны сотрудничать. Верно. Из-за тебя погиб Джонни. Джонни погиб, потому что думал, будто бы он все может делать по-своему. Так чего ты хочешь? Я хочу увидеть, как Килл Бэйн страдает. Ты сможешь прикинуться, будто все в порядке? Я всегда везу себя как джентльмен. А вот и они. Incoming. Что это за... Ничего хорошего, идем. Черт! Дамы вперед. Кия, обстановку. Святые спрятались с одной из сестричек в Две Винтер. Мы готовы к атаке. Ясно, свяжись тогда с частью район. Да, командир. Я мой командир. Будем надеяться, что впереди чисто. Кто это был? Какие-то военные, не вышло определить по форме. Окей. Здорово, ребят. Фак, спецназ! Лазерные пушки, что, правда? Лейзерган, мадафака. Фига они урон впитывают. Да-да-да. Офигеть, ты еще жив, что ли? На. Ооо! Щитовик. Ха-ха, бери его щит. Давай. Я как-то бить научился. Ну ладно. Вохи. Плохо, совсем плохо. Блин, мой щит. Вы должны выжить. Меня щит спиздили. Кажется, это место окружено. Это еще что прилетело? Они вырубили питание лифта. Дай гляну, может, я смогу починить. Ух, ё! Они высаживают солдат сверху. Зачем они типа с РПГ высадили? ХЗ. Бум! Святые вы окружены, сдавайтесь! Хрен тебе. Да, ну вот. Ай, блин, мацнул. Вы в ловушке, бежать некуда. Сбил. Намансовался. Еще летит.
Не долетел. Я пытаюсь запустить дельфин, не попасть под пулю. И как по-вашему у меня дела? Что, не привык к такому? Если ты считаешь, что справишься лучше, ты обязательно с этим справишься. Спускайтесь, никто вас не тронет. Осторожно, на той стороне снайперы. Прижаться воздушная хрень! Incoming missile! Oh shit. Get... Don't fire for get me. Get down! Не создавай себе лишних проблем! Здесь становится людно. Бать. Да, блин, перезаряжай. Ты что-нибудь знаешь об этой технике? Это военная, но порядок круче любой частной конторы. То есть нам очень не повезло? Вроде того. Опять-то сволочь реактивная. Они снайперов усилили бы. Вниз, немедленно! Да блин, где ты? Вело, что происходит? Ах, мне бы кто сказал, кажется, не по твою душу. Обычно все по-другому. Олег! Олег! Приятно. Он реально как будто инсульт схватил. Просто умер. Вставайтесь, вам не уйти! Хватит, иду. Иди, отвлеку их. Ну-ка, давай. Ну давай, выходи, малыш. Нифига Олег вытворяет. Отлично, лифт снова работает. Валим. Давай-ка валить отсюда. Я постою. Блин, мы можем крыться у себя. Мы тоже сюда доберемся? О, прости, а что ты предлагаешь? Иди ко мне. Прикрывай меня! Да-да-да. Open the door! Open the door! Open goddamn door! Дело дрянь, полицейскую тачку! Да ёпта! Чё, валим всё? Да. Я думал, она не села. Она не села. На, в жопу её. Я вылетел. Saints Row, чё с тобой происходит? Вот, вот теперь, вот у меня игра точно инсульт словил, не то что у Олег. Я хуею. Ну, чё, всё заново получается. Фига. Это было жёстко. Либо чё за собаки тут гибли? Лежат. О, один выжил. Да ну. Ненадолго. Олег, Олег, пусти его, блядь. Это моя игрушка. А ему похрен. Да. Ну ладно. Ой-ой. О, ты кто? Да ты тип за камнями кидаться, я ебу, блин. Блин, ты заколебал, чел, на, тише, сверну. Да, да откуда ты взялся? Избиение младенца. Олег. Сука я. Олег, ты чё по своей херачишь, долбоёб? Он персиаков врубил. Он по мне херачит, блин. Шальная была. О! Ты чё, у меня чипс его копав пиздец, ты бесит. А чё он не умирает? Слышь, а чё он не умирает? Ой. Пизда. Чел. Ты спрыгнешь за мной? Чел, нам нельзя спрыгивать, как бы, в этом прикол. Я как вертолёт закручусь, а жопой кверху, блядь. Поднимай.
Бля. Ну мы скрипт сломали, типа. Ну ты конченый. А! Бля. Блядь, какая ты кончерышка. Да мы там на тему копашку бежал, вообще похуй на пули было, блядь. Но меня за забор выкинул. А с вроде с самого начала. Олег! Олег! Давай, ёбаный ты шашлык. Блин, надо будет потом... А, Олег, давай, фас. Фас. Апорт. Да чё так больно, бля? Олег, атакуй, бля. Заколебал. Хорош. Надо потом парикмахерскую сгонять, прическу поменять. Что? Надо бы потом парикмахерскую сгонять, поменять прическу. Согласен, тебе очень надо. У меня нормальный цвет поменяю. Чё? Я цвет просто поменяю. Бля. Ну, может, другую посмотрю, я не знаю. Посмотри лучше другую. Ты просто бежим, нахуй. Ну, ладно. Че, не убежал? Нет. Блять, я левого хуйнул. Дебил. Давай в тачку! А, ты выбежал! В тачку, сука! Ак мы нашу деваху бросаем, слышь? А у нас мест нету. У нас... А, у нас есть места, у нас есть места. Ну сядь, шлюха! Она в другую сидит... А, нет. Гони! Твои едут, пацаны, вы чё? Переехал на пешеходов 50 из 500, ни хрена себе. Вот это геноцид населения. Связи никогда не хватит, чтобы устроить такое. Они атакуют всех подряд. Кто тогда привел сюда? Сейчас-то не так важно. Блин, дверь, закройте, сквозняк. Ну, у меня ты и открыл. Фак. Боже. Как доехать до дома? Бля, может коллаж достать? О, да. Прикинь, да. Не, просто не знаю, там прям есть. Щет! Бля, я бы лучше хэха было. Мать о-о-о твою, 900 метров, да как доехать? Алло? Босс, ты видишь, команда докладывает, что эти парни повсюду. Ты в курсе, что это вообще кто-то такие? Понятия не имею, нас больше заинтересовало, где был крыса. Спасибо за информацию, мы скоро вернемся. Надеюсь. 300 метров! Бегом в убежище! Так его осудили, бля. Не, там наши. А. Здорово, пацаны. Я вернулся. Ты видел, в конце? Да. Меня зовут Сайрус Темпл. Я командир корпуса антибандитизма, сокращенного КАБАН. Я отвечу на ваши вопросы касательно этой инициативы. Как долго мы будем купировать телпорт? Чего? Да какого хуя? Че? Выключены от сервера! Соси! Я вылетел. Меня зовут Сайрус Темпл, я командир корпуса антибандитизма, сокращенно КАБАН. Я отвечу на ваши вопросы касательно этой инициативы. Как долго КАБАН будет оккупировать Стилпорт? Нет никакой оккупации. Мы пользуемся полной поддержкой мэра Лейнландса. А какое влияние КАБАН окажет на нашу повседневную жизнь? Если мы выиграем войну против городских кошмаров, вы и ваши семьи снова будете в безопасности. Сэр, это не то, о чем я... Давайте я расскажу вам об одной девушке из Стилуотера по имени Джессика Перриш, которая убежала из дома, чтобы быть своим крутым парнем. Джессика полагала... Блин, что с субтитрами? Что-нибудь безоблачное... Блядь! А потом он как-то как ее парень дает эту машину во время гонок на мост-траках. Если бы Джессика Перриш была вашей дочерью, как бы вы поступили? А. Спасибо за внимание. Сука, я эти субтитры в рот шатал, ну почему, когда там вот одна строчка, просто они в ебеня куда-то переворачиваются, блядь, и ты стеряешь строчку, которую читал.
Блять, уёбок. Что себе переворачивают? Ну, смотри, там не хватает строчки, вот когда должна появиться новая. И там они потом такие... Да, страничку тут потерял, все, она потерялась среди этого говна нового, и ты пытаешься ее найти. Сука, такая параша, блядь. Еще, кстати, классно перевели. Там он когда говорил про семьи, там семьи было написано. Семьи, думаю. Безоблачно, нахуй. А ты видишь, смотри на меня, почему не только в одной руке дигают? У тебя в двух. Ты у меня сейчас вообще невидимый был. Так. Сука, я что сейчас сделал. О, да. Теперь магазин. Ты нахер мне туда ехать? Просто купишь заодно. А, да. Может, это у себя хоть... А он у меня куплен? Ну похрен, может, у себя что-нибудь захочешь переделать. Я ничего не хочу, мне все охуенно. Я бы так не сказал. Ты охуел. Сам про меня что-то вякаешь. Это ты у меня на одном месте дрифтуешь по звуку. Ок. Здравствуй, товарищ солдат. Мы с вами воюем тут, это. Да, как бы мы святые. Эх, зайду ты. О, 450, хуя. Это закупленный тоже? Так, подожди, волосы. Блин, растительность на лице. Класс, а эти я не могу свет поменять, ну супер. Ладно, нахер ничего не буду менять. Кроме неоновой одежды светится в темноте. Ой. Так, а где он? Ну, походу, у всех магазинах одежды были. Дай машину уже, сука. Блин, не знаю, среди всего этого дерьма, мне... Ну еще вот это более-менее пойдет. Ну-ка. Тапочки. Ну, блять, я сделал, хуй знает. Ты что, уехал куда-то? Да. Я это, магазин одежды сейчас все куплю. Блин, хуй знает. Все нормально? Ну, сейчас тебе приеду, блин. Так, я... Блин, может это стоит? Да, вот это RPG. Or RPG Contact. О, а как она? И все. Мне кажется. Но она коллаж до максимума. О, блин, тут новые ветвь КВНЖ появились. Бля, она не говнищит-то. О, Outlander Ender, блоки вроде у них кайф. А, не, у меня же этот офигенский. А Хейхи лучше всего. Лол.
О, уже более-менее. Прическа? Да. Ну? Ух, у тебя цвет одинаковый. А, блядь, изначально же тоже был одинаковый. Ну, мне такой больше нравится, чем какой-то однотип. Да, я имею в виду то, что у нас одинаковые цвета волос. А. Ну, дай получше причесан, да, чем тот. Мне как-то дреды нравятся. Так, ладно. Ты собственность покупать или чё? Да. Ну, я туда же еду. Правда, кажется, не туда, куда ты. Сколько? А, 8 тысяч, блин, я же ничего не куплю, я потратил. О, бабки пришли. Да я на пушке все на прокачку ушло. О, кстати, тоже бабки пришли. Отлично, теперь куплю. Вовремя. 24 тысячи охуеть дали. Банда, блин, фига типы банда на этой, на бензоколонке. А, щет. Это же вообще смерть им. Да. А за мной погоня. Фак, отстаньте! Дядя, не надо! Да умрите вы, блядь! На! Я еду, вижу, что без моей помощи не справляешься. Я все сделал. Я все равно помогу. Помогай, Симба. О, одежда. Эй, пацаны, вы чё тут чужую собственность гадите? Уф-уф-фу. О! Фига! Ко мне прям резко машина подъехала, и она, короче, меня это почтовый индекс кинула прям в ебало. И вообще отлетел, блядь. Во, вот диглы сейчас мощь стали. Зайди сюда, купи эту хуйню. У меня бабок нет. Блять. Хотя, может, есть. Подожди, сколько? Недостаточно денег. Надо сваливать. Я сваливаться да нахуй. Надо съебывать, пока при памяти. Садись. Тикай. Куда еду, хуй знает. Я тоже. У тебя это здание... На. Где тут... починить машину? А копы-то какого лешего за мной? Мне пизда. Анет выжил, Анет пизда. Мне пизда. Анет выжил, а мне пизда. Да отстаньте от меня, ублюдки! Чё я вам сделал? ЖДшка моя слабость. Бля, когда нитро нельзя не... О, во, вот здесь есть. Сюда. Да блядь! От них нельзя оторваться, боже! Известно, мне колымага стал. А ну чё так была? Ты охуел. В смысле, когда ты свалил, оно ж тебе в жопу было раздолбано. Ты когда разъебали этим минометом? Блин, найди место, где спрятаться, я не могу. О, починил. Кайф. О, отъебись, отъебись. Где хата? Во. Не болей, жопа еду. Молодец. Я домой. Я с тобой. Давай, догоняй. Погоди, не гони, я не вижу карты. Да за мной быстрее, меня тут две тачки преследуют. А-а-а! Вижу тебя. Я еще по ним стрелять умудряюсь. Но я врагов вижу, они тебе. Ну за ними есть. Они прям... Ебать, они маневрируют жестко вообще. Я по ним стреляю еще, прикинь, при этом.
Ты если перезарядку нажмешь, типа ты на заброшенный рейд. Да? Вау, прикольно. Проехал! Бля, они в это время остановились. Опа, задор! Я в домике. Уф, ебать. Ебали. Так, next mission. Блин, а чё лучше? Чё там? Ну, есть Кинзи, жизнь с Килбином. О, жизнь с Килбином. Давай её. Ну, давай. Чё, ёпта, поехали. Прежде что вспомнил насчет декеров, не стоит торопиться, когда дело касается Мэтта Милли декер, приходится не только бегать и стрелять. Я не требую всего сразу, надо с чего-то начинать. Ладно, план практически готов, я буду ждать. Кинзи. Да, мне хорошо как-то. Что? Что нехорошо? Приходи, веселый свет. Кинзи, в чем дело? Я позову Шаунди, она нам пригодится до встречи. Ладно. Едем. Да ты по моей машине проехался. Я по ней вообще не ехал, блин. Рассинхрон, детка, привет. Ну, в принципе, я тогда мог. Но обычно я врезался в тачки и вылетал нахрен. В чем дело? Тебе нужно на это взглянуть. К счастью, обнаружилась эксклюзивная запись. Сегодня рядом с ними человек, которому мы тем обязаны. Эдди Прайма по кличке Килбейн. Признаю то, что пришли, Эдди. Был... Почему? 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 В касценах, блядь. Блядь, Saints Row, ну за что? Блядь, чё, я ж думаю, нужно заканчивать? Надо эту серию вот закончить этой миссией и всё. И всё. Я сам заманался, уж заканчивать реально надо. Блин, я поражаюсь, как персонажи быстро тараторят. Да-да-да. Разработчики вообще ебанутые. Все, я полетел туда. Там долго еще, ну, типа, лети? Чего? Ты долго доместить? Я лечу прям на ней. А сколько метров? 2000, но я быстро приближаюсь. 2600, 2500, 2400. Да, блин. У тебя сколько в терке это? Я хз. Ладно. Где это посмотреть? Право, сверху. Там просто значок Saints Row. Ну, значит, ты сейчас опыт получаешь. А? Значит, ты сейчас опыт получаешь. Летя на самолете, вряд ли. Ну, типа, у меня 18-й левел. А, 18-й? Да. У меня сейчас на классике Star Wars играет. Круто. Звездные войны. Боже. Чуть не сдох. А ты ж меня купс. Я у тебя крик слышал. Круто. За 2000 метров. О боже. Был очень рад, Джейн. И пожалуйста, называйте меня Килбейн. Хорошо, Килбейн, есть люди, которые называют вас преступником? Нет, нет, Джейн, прошу вас, пожалуйста. Меня можно назвать эксцентричным, но я обычный артист. Дефис бизнесмен, дефис филантроп, дефис... Мы поняли. Где они? Понятия не имею, вещают из неуказанного места. Ну так, блядь, укажи его! Я бы смогу определить, где они снимать, если вы отправитесь к вышкам и... Уже идем. Пизда тебе, Килбейн. Аллилуйя. Меня на истребителе, ёпта. О, погнал. Возьми сотка, ты будешь в кабине, объясню, что делать. Ну, если я сяду в него, блядь. А почему? Блять, ладно.
Давай автопилот. А? Что? О! Я ебал. Блять, проехать 300 метров, ебаный рот. Пролететь, в твоем случае. О, Каброн, как всегда, молодец. Стоп его. Блять. В натуре. Твою мать. Давай вертолет. Все в пизду. У меня опять эта хуйня вылетела. Ёбаная, да какого лешего? Чё с Saints Row происходит? Сейчас, боже. Ну, дай попрощаться со зрителями, еблан. Блядь, дорогие зрители, это невозможно. Это пиздец. Просто каждую минуту начала вылетать эта поебота. Эту миссию, если мы вообще ее пройдем в следующий раз, то будет зашибись. На этом у меня пока что все. Надеюсь, что вам это понравилось. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, оставляйте комментарии. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Скоро увидимся. Пока!